Итак, прохождение Готики продолжается. И в прошлый раз из голосования больше всего, как я вижу, проголосовало за вариант убить вот этого Буллета. Хотя кто-то и проголосовал оставить в покое, но больше всего проголосовали убить. Да и вообще я сам так решил. Его, между прочим, так и так убить надо будет. Почему? Узнаете позже. Гораздо позже. Ну ладно, от слов пора переходить к делу. Я пришел заткнуть твою поганую пасть. Я пришел, чтобы заставить тебя замолчать. Ха, напугал. Ну давай, сынок, подходи. Ой, у него жизни много. Я ему вообще урон не наношу, можно сказать. Еще одна. Зато он мне дофига сносит. О, и убил меня. Не. Думаю, его надо лучше магией жахнуть. О, у нас как раз два огненных шара. Этого, думаю, будет достаточно. Я пришел, чтобы заставить тебя замолчать. Так, готовим магию. Ха, напугал. Ну давай, сынок, подходи. Так, и уматываем, чтобы... Мне нужно место, чтобы... Мне нужно место, чтобы выстрелить. Вышел. Ах ты гад! Ладно, ща я с ним разберусь. Все равно. Так, давайте-ка приготовим магию и сохранимся. Чтоб уж заново магию не экипировать, а чтоб была готова. Так. Я пришел, чтобы заставить... Так, вот сейчас уходим отсюда. Блин, он меня ранить успел, собака. Ай, ну вот, застрял я тут где-то. Ты куда лезешь, обормот? Я лезу-то вон куда, он туда, или не поймешь куда. А, фиг с ним. Что-то я болтаю непонятно что. Я пришел, чтобы заставить... Ха! Так, откуда здесь надо уматывать-то? А, вот. Так, сейчас он откроет дверь. А, нет. Он здесь. Ну и как мне с ним разобраться? Я чё, промазал? Ой, зато там вон. Не. Ладно, я с ним все равно разберусь. Давайте не будем с ним говорить. Получить просто жахнем. Сейчас я надаю тебе по шее. Ой, и сразу же на меня напали. Да, тут трудно, конечно. Видимо, с ним надо поговорить сначала. Не самое лучшее решение. Я все равно его убью. Ха, напугал. Ох! Эй, но он даже не дает ударить. Сразу он. Не самое лучшее решение. Я пришел, чтобы... Хан! Ой, ну куда я опять залез? Ух ты, у него еще и арбалет оказывается. Thank you.
отстаньте от меня. Ай, ну вот опять не дал. Да, похоже, разделаться с ним будет непросто. Я... Ха! Так, главное не перепутаться. О! Ну давай, давай. Ах ты, блин, собака, ну почти же я зарядил. Ух ты. Ай ты, сволочь. Во, отсюда его лучше всего завалить будет. Чё? О, попал. Давайте его теперь расстреляем. О, а стрел-то он боится. Только что-то я промахиваюсь. Зато он не промахивается. Ясно теперь, как его валить надо. Его надо расстрелять. Ну и разик огненным шаром жахнуть. Я пришел, чтобы... Ха, напугал. Жизни было поменьше. Ну давай, поменьше. Сынок, подходи. Ай. Сматываемся сюда. Так, вот он там застрял. Ай-яй-яй. Вот скотина. Мне надо вылечиться. О, то, что нужно. Не, сохраняться не буду. А то вдруг еще тут какая-нибудь фигня будет. Так, главное... Ой, он что, ушел отсюда? Ой, он уже здесь. Сволочь ты. Ну вот. Уже успел свалить. Теперь поняли, почему я не стал сохраняться. Еще раз. Я пришел. Так. Где он? Вон он, где. Только как бы мне по нему попасть? Стоп! Кажется, нацелился. Я не хочу в этом ввязываться. Ой-ё! Расстреляю его. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Короче, просто так его пашить. Самое лучшее решение. Получить захотел? Сейчас я надаю тебе по шее. О, капец ему пришел. Только вот против меня еще стражник лезет. И расстрелял он меня. Не, видимо, такое не прокатит все-таки. Но теперь отчина одного огненного шара, и ему придет пипец. Я пришел, чтобы заставить... Ха! Главное... улучшить момент и жахнуть его. Только вот как бы мне прицелиться?
застрял. Ой, и этот вылез. Это был отличный бой. Вот скотина, а? О нет, ну давай, но нет, этот шар был не мощный, на него не хватило, надо мощным его. Я пришел, что ли? Ай, сволочь. А если так? О, попал! Только вот и против меня. Да, видимо, придется не только с ним сражаться, но и с другими. Короче, я еще для него слишком слаб. Поэтому пока оставлю его в покое. А уж разберусь с ним позже. Когда у меня будет вот этот орчий молот. А сколько у меня сейчас очков обучения? 0 вроде уже. Нет, 10. Да, вот только на силу их все равно не хватит. Чтобы поднять нужную. А давайте попробуем поднять силу. Или не надо? Нет. До встречи. Не-не-не-не-не. Успеем еще. Интересно, а в этом что-то есть? Мне лучше надо пока увеличить свои навыки охотника. Научиться добычу разделывать. А то мы в тот раз столько волков перебили, а шкуры с них нельзя брать. Не научился я еще этому. Да и к тому же нам вроде как надо в новый лагерь. Шершни. Ну да, немножко они меня тут покусали. Ну да ладно. Стоп! Перед тем, как в новый лагерь идти, мне еще надо в болотный заглянуть. У меня там есть одно недоделанное дело. Так. Вон тот. Чувачок. Давай. Ты можешь, конечно. Мне нужно добывать мех. Как снимать шкуры? Важно знать, что начинать разделывать тушу следует с головы. Шкуры здесь высоко ценятся, поэтому главное не повредить их при снятии. Из шкур волков и мракорисов шьют хорошую одежду. С практикой к тебе придет умение распознавать, годится та или иная шкура на одежду или нет. Ясно. А добывать когти? Научи меня добывать когти. Это проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно отогнуть коготь вперед, но при этом не пытаться его выдернуть и не отгибать назад. Конечно, пригодные когти можно добыть не у всякого зверя. Обычно в дело идут когти ящериц. Ну и добывать кожу? Сначала заплати мне. А, руды не хватает. Ладно. Кожу научимся добывать, когда руды побольше будет. А пока давайте-ка быстренько сейчас в болотный лагерь заглянем. А уж потом можно будет и в новый отправляться.
бы убиться тут. Хорошо, хоть в глубокое место упал. Заодно поохотимся тут немного. Пройдемте теперь уже по тропинке через лес, так как теперь волки для меня уже не представляют большой угрозы. Всех их перебью. Если я их уже не перебил. По-моему, я тут уже перебил волков, которые тут были. А может и нет? Нет, не перебил, вон они. Да сколько много. Добыча. Ой. Блин, да их тут целая стая. Загрызла она меня. Не. Надо бы на мне тут подлечиться, что ли. Вот, теперь другое дело. Да, и на волков надо охотиться осторожно. Чтоб не вся стая набросилась. А там 2 или 3 волка. Только вот шершни тут могут помешать. Молодой волк. Эй, я же его вроде как убить должен был, одного волка. А он не мрет. Вернее, не умер. Ладно, давайте разберемся с шершнями, что ли. Пока. А то они мешаться будут. О, а вон там крутокрысы. Легкая добыча. Ну а теперь с шершнями. Шершней всех победили. Ну а теперь можно и с волками расправиться. Йо, они все на меня набросились опять всей стаей. Одного. Так, одним волком меньше. Сохраняемся. Теперь подманиваем другого волка. Вон того. Он к нам ближе всех. Ой. Еще один подбежал. Еще несутся, блин. Эй, а с какой это фига ты не умираешь? Я тебя несколько раз ударил и промазал. Ай, ну вот. Да, конечно, я тут сам как много раз тут пришлось. Бери это. Чтобы разобраться с ними. Ну давай, иди, иди сюда, ты. Йо! А вас не больно ли тут много? Вот.
Да они опять все на меня набросились. Блин. Почему они все набрасываются на меня? Мне надо, чтобы набросились хотя бы двое, вся стая. А если отсюда его мочить? Опять все. Ну ладно. Эй! Пока я доставал меч, они уже успели покусаться. Мог бы быть мой конец. А, ну ё! Я ж блокировал! Всего один волк остался! Что ж за фигня-то такая, а? В общем, у меня уже начинает бомбить. Ё-моё! Чё ж вас так много-то, а? Нет, все тут собрались. Конечно. Как же? Может их жахнуть чем-нибудь? Да нет, не получится. Ой, они тут нашли смятение. Ай, все равно кусаются. Вот гады, а. Ну как же мне с ними разобраться-то? Но нет, пока я бью, я отсюда не уйду. Надо выждать момент, когда... О! Но как только один начинает лаять, подбегают все сразу. Как же быть? А нападешь на одного, набросится вся стая. Огненный шар тут ничем не поможет. Одного только остальные останутся. Здесь огненный шторм нужен, но у меня-то его нет. Уже несутся. О, я знаю, надо убежать подальше. Кто-то будет гнаться, остальные нет. Или у нас хотя бы будет шанс. Да нет. Хрена с два. Но я теперь понял, давайте просто убегать от них. Будем убегать. Один, остальные... Рано или поздно. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Раззадорим его. А теперь убегаем. Ой, за нами гонятся, видимо, все. Ага, отступили. Он, кротокрысов жрут. Да! Вот как надо поступить. Один отстал от своей стаи. Пока эти тут едят, мы вон того убьем. Давайте, ешьте. А я тут пока вас мочарить буду. Ух. Все-таки еще одним волком меньше. Ну, наконец-то. Так. Убьем одного. Ха-ха.
Ура! Надо срочно восстановить жизнь, а то еще один удар и меня убьют. И мне тогда заново придется убивать всех волков. А я этого не хочу. Наедимся наших травок, грибочков поедим. Ну все, наконец-то. Разобрался я все-таки с этими волками. Слава богу. Давайте-ка пока соберем там растения все, которые тут росли. Грибы там, травы. Ну вообще-то грибы это не растения. Грибы это грибы. А тут никого больше случайно нет. Есть. О, а он еще тут есть. И еще. Хватит кудахтать. Мочим падальщиков. Только надо быть осторожным, там глорхи. Вот уж им-то не надо попадаться на глаза. Иначе тебе точно пипец. А вон там шершни летают, волки. Не, давайте-ка тут этот лес уже надо пройти стороной, здесь слишком много тварей. Пойдем-ка это местечко, найдем более легкий путь. Так, а по карте я правильно иду? О, по карте мне по тропинке идти. А если так, то я наоборот. Ну, давайте пролезем аккуратно. Ну, вот этих-то можно и начить. А с теми, что посложнее, ну там с волками, например, разберемся позже. Ничего, зато потом, когда оружие мощное будет, можно будет и волков с одного удара мочить. А, была не была. О, достигнут новый уровень. Теперь у меня хватит очков обучения. На то, чтобы использовать молот. Да, вот только старый лагерь теперь далеко. А больше я не знаю никого, кто может повысить силу. А, фиг с ним. Идемте в лагерь братства. Пока. Если я не ошибаюсь, там мне могут дать свиток усыпления, с помощью которого я смогу усыпить одного из чуваков. О, я ж теперь когти могу добывать. Ящериц надо убить. Хотя... Нет. Нет. Не-н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 е. Ну вот, не успел свалить. А я еще в лесу. Тьфу ты! Черт!
здесь убить кого-нибудь. Ладно, сейчас быстренько мы тут заново все пробежимся. Быстренько здесь все соберем. Вон там. И уже сохранимся в следующий раз. Перед тем, как нападать на ящериц. Ладно, падальщиков вон тех вырезать проще простого. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Много времени на них больше мне не понадобится. Их-то я с одного удара мочить могу, как крытокрысов. Скоро и шершней также смогу убивать, и волков. Эти не налетели. Отлично. Идемте убивать всех. Ну не всех, а пока уровень новый не получим. Так, и уже сохранимся перед волками. А то вдруг и они меня тут загрызут. Сохраняться надо обязательно. И желательно почаще. Ну и бастюга. Супер. Ой, микрофон слишком близко. О. Так-то лучше. Наушники сползают вместе с микрофоном. Ну ладно, дальше уже можно и по дорожке пройти. Совы угукают, или это филины? Ну во всяком случае тут их нельзя увидеть. Так, ладно, а теперь давайте попробуем уничтожить ящериц. И предварительно, конечно же, сохранимся. Так, подманим к себе одну. Еще один удар от ящерицы, мне капец. Ну, одна ящерица ведь всего осталась, а? Что ж ты будешь делать? Еще я в гущу-то полез. Сзади подкралась. Ну вот, опять одна ящерица осталась, и опять она меня добила. Не, лучше уж по одной. Это как-то легче.
стоп, я чё? Я же опять в гущу полез. Сзади. Как всегда, последняя ящерица. Я не пойму, надо мной игра что ли издевается? Или как? Нет, выманиваем одну ящерицу. Сейчас она тут поругается и на нас побежит. Ай, успела. Не, у меня жизни слишком мало. Теперь-то уж точно восстановиться нужно. О, у меня же есть магическое исцеление, а не хватает маны. Надо, видимо, не только силу качать, но и ману. Ну все, с этой уже. Ах ты. Ура. Ладно, сейчас больше никто на нас нападать не будет. По дороге в лагерь. Поэтому там мы отоспимся. Семя бука. Тут больше нет никого. Поэтому и... исцеляться зря не надо. Лучше поспать, и тогда... сразу все установится. А с буллетом я в следующий раз разделаюсь. Пришли. Так, а я болотник-то тогда сдал? Почему я уж не помню, или не сдал. Ну-ка, да сдал. Да-да, сбор болотника. Хотя, я ж тому-то об этом не рассказал. Идолу Арану. По-моему. А надо рассказать. Надо выждать время. Лучше я не слушаю. Пешка не доведет. Кстати, возьмем-ка 3 халявных косяка у этого Фортуна. Я хочу... Так, бла-бла-бла, все. Получено 3 косяка. Отлично. Да, похоже, ты прав. Надо найти все-таки этого идола Арана. Вот только где он находится? Должен быть где-то здесь. В лагере. Вон там, что ли? Или где? Эй, а чё? Чё я идти-то не могу? Соскальзываю почему-то. А может попробовать на лестницу взобраться, сверху поискать? Только между нами, другими нужно рассказывать. Так, где тут можно залезть? Наверх.
О, вон лестница. А вот и они. Поговорим с ним. Я доставил болотник к Оргалому. Я доставил болотник к Оргалому. Неплохо поработал. Вот тебе за это небольшая награда. Это магическое заклинание сна. О! Ты сможешь воспользоваться им только один раз. Теперь мы сможем усыпить того ученика, чтобы получить... тебе хорошую службу. Этот, чтобы получить уважение. Как продвигается добыча болотника? Мы со всем усердием трудимся день и ночь, поэтому у нас много болотника. И себе хватает, и на продажу в другие лагеря. Это жертва, которую наши послушники с готовностью приносят спящему. Отлично. Совсем уже со своим спящим помешались. Ну ладно, надо теперь и Далакадара разыскать и усыпить одного из его учеников. Тогда он нам продавать всякие магические товары сможет. Эй, нет, тут сейчас еще застряну. Пройдемте здесь. Ну, и Далакадара будет уже отыскать проще простого. Надеюсь. Это надо уже в центр лагеря идти. Да, вот он. А, нет, это не тот. Вон он, там. Сейчас надо усыпить послушника. Магия. Сон. Слава богу, маны хватает. Усыпим вот этого. Перестань колдовать! Эй, а почему огненный шар у меня? Что ты делаешь? Я предаюсь размышлениям вместе с моими учениками. Заговорил. Кто научил тебя использовать магическую силу спящего? Никто! Это было не слишком сложно. Думаю, ты обладаешь способностями к обучению. Я буду учить тебя. Супер. Торговать? Я хочу приобрести магические свитки. Супер. Ну, обзор болотного лагеря, только он мне не нужен. Кольца тут всякие есть. Кулак ветра, свет и исцеление. Мне пока они не нужны, эти свитки, а вот какой-нибудь... Кольцо силы у него есть? Не, кольцо силы у него нет. Кольца силы нету. Стоп, а может у меня есть какие-нибудь кольца, а я их не надел? Эй. Убирайся отсюда! Все. А то он что-то... Не, вы не думайте, я ничего воровать не собирался. Просто он идет, а не бежит. Иногда такая вот фигня бывает. Ладно. У нас хоть этот-то есть. Давай лучше сменим тему. Так, закипируем магию. Кольца-то есть. Артефакты нет, ни одного. И да, кстати, мне руда нужна. Нужно думать, прежде чем что-нибудь. Где там этот Фортуна? Все время. Вон там. В этом что-то есть. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Не думаю, что это изменится когда-нибудь. Вот и он. Это не... Давай меняться. Давай. Что ты от меня? Быть может, что-нибудь купить? Не такой. Конечно, хочу. Этот это рука мне не нужна. Интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Так. У меня тут всякое барахло есть. Лучше ни на что не натрапить. О, крыльев дофига. Может. Не, крылья мне еще пригодятся. Я стрелы собирался купить в шахте. Уж лучше я
у торговца. Они мне нужны. Чужие проблемы, не мое дело. Лучше продам ему оружие ненужное. Руду. Не хотел бы я, чтобы со мной... Берем. Теперь. Ладно, этого пока хватит. Потом еще накупим. Ну а теперь можно и в болот... Тут в какой болотный? Мы и так здесь, в новый лагерь, отправляться. Эх, как жаль, что до нового лагеря так далеко. Не то, что сейчас. Только по пути надо еще в старый заглянуть. Ничего, потом у нас будут руны портала. Телепортации. Будем в новый лагерь телепортироваться, в болотный. А старый найдем в последнее время, в последнюю очередь, да он к тому же там уже... И тогда мы уже отправимся в старый лагерь в самый последний раз. Почему? Сами потом увидите. Продвинусь по сюжету и узнаете. А, ёлки-иголки, как говорит Крош, это уже у меня 12-я часть. Если не считать те части, которые я на две половинки разделил. А если их считать, то это вообще, наверное, 14-я, либо 15-я. А я до сих пор первую главу еще не закончил. Но ничего, скоро закончу. Мне главное в новом лагере познакомиться с людьми многими. Кстати, в старом лагере есть воршип по имени Мордрак. Он меня отведет туда, в новый лагерь. Вот и поможет как раз. Только сначала надо с Торусом поговорить. Вон Мордрак, тот самый. Наверное, ты прав. Чужие проблемы. Я думаю, это уже может быть. Да, и кстати, где тут Диего? Не то, что сейчас. Мне надо силу поднять. О, и сейчас мы как раз Буллита сможем убить. С новым оружием. Так, ты сила +5, +5, +1 и +5. Все, 50. Теперь ты... Можно теперь наконец-то вооружиться нашим орчьим молотом. Ну все, теперь всем капец. Ну или почти всем. Мы теперь сможем даже на глорхов охотиться. Торус. Так, почему бы тебе самому не испытать меня? А почему ты сам не можешь меня испытать? Малыш, не все так просто. У каждого новичка, который хочет чего-то здесь добиться, должен быть покровитель. Покровитель из людей Гомеза.
И он сам тебя испытает. Ведь он будет в ответе за тебя и за все, что ты натворишь. Таков закон. Возможно, я смогу быть чем-то полезен тебе. И я ничем не могу тебе помочь? Нет. Ты, так сказать, немного маловат, чтобы быть нам чем-то полезен. Лучше делай то, что твой покровитель тебе доверит. Ну, я вполне могу делать и то, что ты мне прикажешь. Но я смогу делать и то, что скажешь мне ты. Да ну? Вижу, не терпится стать героем, да? Вообще-то есть одно дело. Как раз для того, кто не засветился с Гомезом. Но смотри, провалишь дело, получишь море неприятностей. Так, сохранимся сначала. На двух слотах. Чтоб в случае чего вернуться сюда. Ну а теперь я готов выполнить твое задание. Я выполню твое задание. Все, что я тебе скажу, должно остаться между нами. Ни слова другому. Понял? Понял. Да. У нас здесь есть один проблемный парень из нового лагеря. Мордрак. Он крадет у баронов. Конечно, они почти все такие в новом лагере. Но этот ворюга совсем обнаглел. Крадет у нас и нам же продает. Он слишком много себе позволяет. Да, действительно обнаглел. Но я тут пропустил их разговор. В общем, вы поняли уже, наверное. Ладно, почему маги защищают этого Мордрака? А почему маги защищают Мордрака? Наша магия общается с магами из нового лагеря, и он их посылил. Думаю, если я убью или вышвырну из лагеря одного из их гонцов, они рады не будут. А как же я? Что маги могут сделать со мной? Ты новенький, и тебя они не тронут. А вот я отвечаю головой за действия своих парней, а потому важно, чтобы ты держал свой рот на замке. Понятно. Ты хочешь, чтобы я прикончил этого типа? Хочешь, чтобы я убил его? Мне все равно. Главное, сделай так, чтобы я его больше не видел. Можно с ним в новый лагерь будет уйти. Я позабочусь об этом. Я займусь им. Только сначала зайдем-ка и убьем Буллита. Теперь-то у нас молот есть Орочий. Мы с ним точно разберемся. Я не буду вмешивать, что эта проблема давно уже только не между нами. Давай лучше спим. Не, пойдем за дверь. Вернее, через дверь, как нормальные люди. Ну, Буллит, тебе капец. Пытайся блин, отомстить. Не успел. Но я это теперь знаю. Видите, наш молот теперь сносит ему приличное количество жизни. Надо только сразу его поднять. Я пришел, чтобы заставить тебя замолчать. О, прикольно вышло. Ха, напугал. На, 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 на. Полная победа, да. И... как мне... ну давай. Чё ты его не убиваешь-то? Здесь драка. Стражник тебе набросился. Ты труп. Надо теперь и со стражниками тоже драться. Не, думаю, когда я присоединюсь к старому лагерю, меня уже нападать не будут. Вот тогда-то я и разделаюсь с Буллитом. А пока... ох, здесь драка! Ой. А с чего это он на меня набросился тут страшник? И не пытайся отомстить. Ладно. Загрузим вот это место с Торусом. И не полезть.
не будем. Мне уже надоело это слушать. Так, бла-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 
И сохранимся тут. Чтобы на меня не нападал стражник. Я не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Он на меня, видимо, напал чисто из-за того, что я дверь открыл. Там. Но мы не станем его убивать. Так. У тебя есть проблема. У тебя проблемы? Правда. А у кого их нет? Есть люди, которым не нравится твое присутствие здесь. Они хотят избавиться от тебя. Да ты что? Тогда они должны будут подослать ко мне кого-нибудь, иначе ничего не выйдет. А почему ты уверен, что они никого не присылали? Например, они могли послать меня. Точно. Потому что мне кажется, что ты не похож на убийцу. Ты скоро узнаешь, что в колонии есть более интересные дела, чем работа на Гомеза. У нас в новом лагере тоже нужны способные люди. А еще там нет никого, кто будет указывать тебе, что можно, а что нельзя. Расскажи мне о новом лагере. Расскажи мне что-нибудь о новом лагере. В нашем лагере живут свободные люди. Никаких баронов или гуру, никаких глупых приказов. У нас есть своя шахта. А еще мы не поставляем добытую руду королю. А зачем она вам нужна? Наши маги ищут способ разрушения барьера. Вот для этого мы и собираем нашу руду. Пока Гомес и его люди слоняются без дела, мы стараемся изо всех сил, чтобы в конце концов получить свободу. А что, если я захочу присоединиться к новому лагерю? А если я захочу присоединиться к новому лагерю? Ты поможешь мне? Если ты этого действительно хочешь, мы можем пойти туда прямо сейчас. Я отведу тебя к Ларсу. Он глава нашей шайки. Но если ты просто хочешь выкинуть меня из лагеря, пожалуйста, попробуй. Мы пойдем в новый лагерь. Давай пойдем в новый лагерь. Хорошо, иди за мной. Отстань. Идем за Мордрагом. Только присоединяться мы в новый лагерь не будем. Только взглянем на него. Заработаем там опыта. Там к тому же есть один чувак, который научит нас акробатике. А это очень полезная вещь. Можно будет прыгать дальше, получать меньше урона от падений. А сколько у меня стрел? Да нет. 156, но этого пока хватит. И мат за нами бежит. А, решил провести нас через ущелье Кавалорна. Но это тоже вариант. Правда, он более длинный. Я иду с тобой. В новом лагере, кстати, можно разжиться рудой, продавая косяки болотника. За каждую сигарету тебе дадут 10 кусков руды. А это заманчивая перспектива.
Еще один охотник из нового лагеря. Ой, гриб. Соберем его. Отвяжись. Ты тут вообще зачем за нами пошел? Осторожно, Мордрак. Тут твари живут. Всякие. Опасные. Или нет? Только между нами. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Новый лагерь уже недалеко. А вот и он. Вот мы и на месте. Если пройдешь через эти ворота, то попадешь прямо в новый лагерь. Поговори с Ларсом, он поможет тебе. Вот тебе кольцо. Оно будет твоим пропуском к нему. Ларс не станет говорить с первым встречным. Я все обдумал и решил остаться здесь ненадолго. Я достаточно заработал. К тому же обстановка в старом лагере понемногу накаляется. Если захочешь меня найти, зайди в бар. Он находится на озере. Увидимся. До встречи. Еще увидимся. Отлично. Только Торусу потом расскажем. Нужно думать. Сначала мне тут надо в новом лагере побродить. Поговорим с одним из воров. Что говорят. Как дела? Как жизнь? А ты как думаешь? Мы не видим здесь ничего, кроме риса. И ждем своего шанса получить хоть лишний кусок руды. А потом идем в бар, чтобы напиться дешевого рисового шнапса. Так. Кто здесь главный? Кто здесь главный? Ты уже побывал в старом лагере, да? Так вот, здесь у нас нет главных. Правда, Ли пытается хоть как-то командовать нами, но его почти никто не слушает. Каждый делает, что хочет. Если здесь и можно кого-то считать главным, то только Ларса. Но у него хватает ума не вмешиваться в чужие дела. Значит, умный. Ладно, остальное я уже все понял. Я давно это знал. Я не причастен. Так, сейчас нас один тут вор или наемник потребует воду сдавать. А потом заставит каждый день это делать. Но ничего, с ним можно будет подраться, и тогда он отстанет. Это вон тот. Это не слишком. Лефти. Эй, ты недавно здесь, да? Нам здесь нужен человек, который сможет разнести воду для крестьян, что работают на полях. Тебе сейчас как раз не помешают новые знакомства. Что скажешь? Буду рад помочь. Хорошо, я помогу тебе. Хорошо, иди к лорду. Он даст тебе воду и скажет, что нужно делать. Вот он. Не то, что сейчас. Так. Это ты управляешь рисовыми полями, ведь так? А что? Тебе нужна работа? Возможно. Меня послал Лефти. Меня послал Лефти. Да? И что он сказал? Все время одно и то же. Я должен отнести крестьянам воды. Отлично. Держи. Дюжина бутылок с водой. Крестьян там намного больше, так что следи, чтобы всем досталось поровну. Там что-то есть. Ладно. Сейчас мы воду быстренько раздадим. Да и поставлю пока на паузу. Все равно тут больно долго это длится. О, кажется, я раздал всю воду. Уже свечерело, пока я тут делал это. Ладно. Закончу небольшое дело, и на этом, думаю, все. Эй, ну наконец-то запрыгнул. Интересно, а в этом что-то есть? Разговариваем с этим. Эй, ты! Отлично! Ты все же можешь нам пригодиться. Думаю, ты справишься с этой работой. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. Иди и работай. Отстань ты от нас. Так, сейчас сохраняюсь. Так.
теперь ты можешь носить эту воду сам. Сам носи свою воду, а на меня можешь больше не рассчитывать. Что? Нашел что-то более интересное? По-моему, тебе следует напомнить, кто здесь главный. Хрена с два. Когда-то люди были сильнее. Не распускай руки. Тебе придется отвечать за свои поступки. Здесь только я могу устраивать драки. Все. Отстаньте. Обчистим их как следует. Да-да-да-да-данс. Да-д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 а
Ну да ладно, пофиг. Как дела, друг как мой? Как дела, друг мой? О, ну что тебе от меня нужно? Просто хотел посмотреть, как у тебя дела. Ну все. Теперь он не будет нас доставать. Ладно, и на этом, думаю, все.